Всем привет! В конце сентября 2022 года Intel анонсировала приложение Unison для бесшовной синхронизации между ПК и смартфонами под управлением iOS и Android. И вот недавно оно стало доступно в Microsoft Store Windows 11, а также в Google Play и App Store. На ПК с Windows 10 приложение Intel Unison работать не будет. А на сайте пока указано, что приложение работает только с современными ноутбуками с чипами от Intel. После скачивания и установки Intel Unison на ПК, пользователю будет предложено отсканировать QR-код с помощью смартфона, чтобы начать процесс синхронизирования устройств через беспроводное соединение. Intel Unison поддерживает соединение по Bluetooth и Wi-Fi. Приложение также поддерживает сенсорный ввод и мышку с клавиатурой. С помощью данной утилиты пользователь после простой одноразовой настройки сможет работать с функциями мобильника прямо с экрана своего компьютера. Unison позволяет совершать, принимать звонки, получать и отправлять текстовые сообщения, обмениваться фотографиями и файлами, получать уведомления из различных приложений и в некоторых случаях отвечать на них. Пока же приложение доступно в Windows Store. Ссылка на него будет в описании. Если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк.